все из семьи подписаны на маму. А еще всем своим одноклассникам говорим то, что у нас мама блогер. Как-то мы поехали в зоопарк, и ну и мама снимала. Я думала, что это так, для личного альбомчика. А оказалось, что это на YouTube. Ну, мне показалось это прикольно, так как это молодежно. 106 тысяч подписчиков, а это только на семейном YouTube-канале. Оксана Булат начала снимать ролики в 2008-м. YouTube тогда только развивался, а Оксана рассказывала про бухучет. Но подписчики стали спрашивать, как живет блогер. Так появился контент про семью. Привет, привет, мои хорошие, рада вас приветствовать. Сейчас начинается такая пора. Это выпускные, это лето. Они сейчас решили, у них своя лаборатория, и они решили делать сегодня сами слайм. Тут есть разные цвета. Ты будешь все наливать, а я замешивать. У нас шестеро детей, старше 16 лет, а младше 2 года. Ну, дети уже просто привыкли. Для них это уже как бы обыденно. Мы сегодня всей семьей решили пойти в кино. Вначале у меня было такое, что включается эта маленькая камера, и мне теряются все мысли. Я вообще не помню, порой я забывала слова, которые надо сказать, я терялась. И хотя я находилась все дома, в комфортной обстановке, но я понимала, что мне, я не знаю, что сказать. То есть включается камера, и все теряется. Постепенно, наверное, это все с практикой, с опытом. Дни рождения, рецепты, обзор покупок. За ними следят тысячи пользователей по всей стране. Ролики снимают вместе. Техника на уровне. Свет, несколько камер. Есть даже квадрокоптер. Как-то все хорошо относятся к серым, в общем, помогают и участвуют. То есть как бы не было такого у нас, что какие-то разногласия были. Споры по этим вопросам. Плюс, ну, все равно как бы не было это позитив, то, что люди приветствуют, какие-то иногда даже советы дают. Но советы – это только часть бонусов жизни в сети. Блогеры даже дружат с семьями. Сначала я ее смотрела, она намного раньше начала вести влоги. Мне интересно и рецепты, она многодетная мама, мы тоже многодетные, правда, у нас трое, у нее шестеро. А потом как-то я начала потихоньку влоги вести, у нас также она и коров держала, мы тоже хозяйство держим. Потихоньку сдружились, уже перешли в личное общение. Всем привет! Меня зовут Яна, и я бокал полусладкого. Я начала вести свой блог в 2018 году, и началось все достаточно банально. Я вышла в декрет и искала, как извлечь из этого пользу. Мамочек-блогеров в тот момент уже было достаточно много, ну и, конечно, я подумала, а чем я хуже? Я же тоже могу рассказывать об этом. И начала писать посты, писать свои мысли, рассказывать о каком-то своем опыте. Доброе утро, друзья! Хочу особенно поздороваться с новенькими. Я очень рада вас видеть. Поднимаю за вас бокальчик с кофе. Для Яны Езгур это был первый декрет, и Инстаграм стал личным дневником. Правда, вести свой аккаунт в сети пришлось учиться, как правильно написать пост, снять видео, сделать снимок. И главное, отличаться от тысяч других блогеров. Бокал полусладкого и мама с бокалом – это вообще целая философия. Это история о том, что женщина в декрете, она все еще женщина. Что материнство – это не финишная точка развития жизни. Что декрет – это не тюрьма. Бокал – это как символ такой мамской свободы и права на то, чтобы отдохнуть и от семьи, и от детей, и от мужа, и от всего. Просто быть самой собой. О, мам, смотри, Тамара Ивановна. Здравствуй, Владик. Здравствуй, мам, подожди. Это вам, Тамара Ивановна. Спасибо. Да, хороший мальчик. Плохо семья отреагировала. Муж был вообще очень зол, что я так много времени провожу в телефоне. А родители были вообще в шоке, что ты вроде взрослая, адекватная девочка с высшим образованием и занимаешься какой-то ерундой. Но это прошло. Они привыкли, они смирились. Моментами они даже помогают, особенно муж, то есть он часто, я ему следую какую-то идею, он может ее поддержать, помочь развить, помочь реализовать. Вы что делаете, дети? Мы катаем. У вас все нормально? Да. Марк, тебя все устраивает?
история про что подумают люди, это вообще не про блогеров. Если бы блогеры думали о том, что подумают люди, то в мире бы блогеров не было, потому что цель блогера как раз-таки сделать так, чтобы люди подумали, заметили, разозлились, развеселились, неважно. Но эмоция обязательно должна быть, иначе это провал. Красота. Ну хотя бы раз в год оставим всю суету дальше панельных домов, и хоть я их так... Дорога. Смотри, как высоко мы едем, да? Да. А это уже будни мамы-блогера из Салехарда Натальи Тыриной. Инстаграм тоже начался в декрете. В этом году она стала финалисткой всероссийского конкурса. И сейчас Наталья в десятке лучших мам-блогеров страны. Ребенок подрастает, да, он также берет телефон, повторяет за мной и с удовольствием говорит что-то в сторис, рассказывает. Мама, я уже мама лапки. Мамочка, ну я болею. Папа, купи мне сосиски. Артем, мне же нельзя на улицу. У нас есть в нашем блоге несколько видео с нашего карантина, когда мы 2 недели находились дома. Что нужно было делать там еще на карантине? Конечно же, снимать интересный контент. Мамой блогером быть сложно. И завлекать аудиторию тоже сложно. Это такая, знаете, работа, которая требует очень много времени, знаний. И ты должен всегда быть на виду, что-то придумывать. Ты должен понимать, а что же может зацепить людей, что же зайдет публике. Я считаю, что это как любая работа, у которой, конечно, есть трудности и сложности. В сторисе там проще, то есть это жизнь наша здесь и сейчас. Что происходит, как говорится, то и снимаем. То с публикациями, конечно, уже сложнее, потому что тут нужно продумывать именно качественный контент. Если сегодня актуальна эта тема, ты должен кровь из носа просто выложить этот пост сегодня, чтобы вот люди реагировали, чтобы было общение. Также заранее продумываешь именно мамский контент. Может быть, это какие-то развивашки с ребенком или какие-то рецепты, как мы вместе готовим. Очень толсто режешь. Ты что готовишь? Готовлю кашу. В самом начале было просто вот забавы ради, да, чтобы пообщаться, фотографии там какие-то выложить, чтобы какие-то комментарии, может быть, получить, да, какую-то обратную реакцию. Но позже, когда уже, опять же, повторюсь, перешло все на такой более профессиональный уровень, когда ты понимаешь, что на этом можно как бы совместить твое хобби и заработок. И, конечно же, такая цель была, да. Она и сейчас до сих пор есть. Я, конечно же, хочу зарабатывать на Инстаграме. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Подписчики Леси Толстых не перестают удивляться жизни на севере. Некоторые всерьез спрашивают, ходят ли по улицам медведи. Впрочем, блогер ко всему подходит с юмором. Мама! Оля, а кто такой блогер? Блогер? Да. Это чтобы снимать вот так вот и чтобы не был звук. Вот так вот моя семья относится к моему блогерству. А вообще, как часто они становятся героями, ну, это какие-то, на каких-то праздниках, на каких-то мероприятиях я стараюсь их брать с собой. Вот, придумываю благодаря этому интересные темы. Ну, пусть какой-нибудь семейный праздник, сфотографировались и какая-то идейка. Отсюда уже беру, чтобы дочек показать, привлечь к какой-то акции, может, к флешмобу. Вот. Очень нравится подписчикам, когда рассказываю о севере. Ну, взять даже ту же идею, когда я ходила босиком по снегу. День пропустишь, люди уже пишут: «Леся, ты куда пропала? Ты где есть? Мы скучаем». А вот это было за кадром, потому что мама не дала накраситься ей первой, да? Сейчас будет Полина краситься. Все началось с декретного отпуска. Я не знала, чем себя занять, и решила познать какое-нибудь искусство. Научилась шить кукол.
Вот. Ну и чтобы как-то у меня их заказывали, куклы, я начала изучать, как правильно вести Инстаграм. Все начиналось просто банально: борщи, кошки, какие-то просто картинки, но мне хотелось подать это очень красиво, интересно. Я прошла курсы. Благодаря Инстаграму, честно сказать, у меня появилось столько друзей, именно друзей с интернета, с которыми я прям вот общаюсь, разговариваю. И такое впечатление, что как будто я их знаю уже там не год, не два, а вот десятилетия. Сейчас Оля с Лизой будут делать планету, я буду делать основание, на которое будет держаться планета. Юлия Левачева, Антон Плоский, Виталий Киргинцев, Ноябрьск, 24.